Это ёшка, это лисик, это барончик, это Китти, Миречка, Лира, а это Чарлик. Это наше сонное царство. Жарко, поэтому все легли на полу. Ёшка. Да. Лис. И лисик здесь, и ёшка здесь. Ой. Ой, ты моя девочка красивая, мамина. Мамина. Что ты творишь, ёшка? Ай, ты ёшка. Китти, слезь пока. Да что ж ты так бодаешься, козлявка? Такая смешная ёшка. Тихо. Так, и ёшка тоже решила поиграть, а? Ай, ты моя девочка красивая, моя девочка. Китти. Ёшка. Красавица мамина ёшка. Да, ёшка? Ты ёшка такая, ты куда ж ты прыгаешь? Чарлик, успокойся, тебя никто не трогает. Лежи. Ой, такой зяка, моя зяка-пузяка. Зяка-пузяка такая. Дай мама чешет. Такую девчонку почешет. Ай, такая кить. Ёшка. Ёшка. Такая классная у нас ёшка. Такая морда симпатичная ёшка. Ой, такой пузик. Ёшка. Кузяка такая. Ёшка, мамина ёшка. Ёшка, симпатяшка. Да, ты мамина, ты красавица, ты хорошечка. Спальню видишь? Нельзя. Это дети, они играют. Ну, что ты, мой золотой? А, ты красавчик. Ты медведь, ты красивый медведь, да-да-да.
Все, разыгрались. Время час ночи, а мы играем, да? Ну, а ёшка решила подкрепиться заодно так мимоходом. Все, набегались. Ребят, может, спать будем, а? Давайте, я сегодня мечтала лечь пораньше спать. Посмотри, щенку 4 месяца, а китёне... Ай, пипец. Ките, ты зачем его трогаешь? А, китёна? Ай, ты моя девчонка, вреднётя такая мамина, вреднётя я. Эй, косолапик. Все. Лисичка, лисик, маме лисик. Ай, ты мой красивый. Китёна, не трогай ребенка. Пойдем гулять. Пойдем иди гулять. Иди ко мне, давай поглажу тебя. Да, я тебя поглажу. Ты наша красавица такая, да? Красавица. Пойдем гулять дальше. Пойдем гулять. Ёшка, привет из дома. Мы гуляем. Джерри, девочка. Привет, скажи. Скажи, я гуляю. Джерри, смотри, съедят. Уже все испугались и убежали. Пойдем. Не убежали еще все. Ничего не боится. Пришла с улицы и что-то лапки мне показывает. Наверное, соль попала. Пошли в ванну. А теперь вот так вот спим, как маленькое дитё. Закутанные. Джерричка. Джерри, девочка. Джерри, моя красавица. Мы вот такие вот, скажи. Мы обросли. У нас появились шикарные брови. Мы вот такая серьезная дама. Да, Джерри? Ну, только что не говорит. Джерри, скажи что-нибудь. Скажи, всем привет, мы вас любим. Наша красавица. Ну, ты тоже красавица. И ты тоже красавица. Вот так вот мы живем. У нас вот одна, а сверху всегда спит другая. И никуда теперь друг без дружки. Да, ну, укрываемся. Да укрывается моя девочка. Да ложись спать. Ложись, моя хорошая девочка. Ёшка еще пока откликается, но вообще она Джерри. Джерри, девочка. Джерри, девочка хорошая. Кто мой хороший? Кто мой любимый? Очень любит она играть. Вот эта девочка. Как тебе живется, дорогая? Ну вот уже месяц прошел, как мы дома. По-моему, нам очень хорошо всем. Да, дорогая? Да, моя хорошая. Чапа, скажи, ты подружилась с Джерри? Иди сюда.
Что ты там высматриваешь? Иди сюда. Охраняет она нас. Люблю. Вот так. Вот, и валяться люблю. Скажи, я люблю валяться. Вот так вот. Люблю валяться. Да? Ты моя хорошая. Ты же моя хорошая девочка. Да, ты моя любимая. Ты любимая моя девочка. Ух! Вот такая у нас девчонка веселая. Вот. Джерри, 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 Джерри. Отзываешься. Джерри? Хана бегемоту. Джерри, 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 у нас тут поставили площадку, мы наконец-то можем гулять без поводка. Правда, пока еще не поняли всю счастье от полученных благ. Хватит там все вынюхивать. Давай побегай немножко. Ну чего тебе, не бегается? Иди побегай же. Скорей, молодец. Пойдем покажем, как ты умеешь. Пойдем. Смотрите, как мы умеем. Давай, пошли. Так, вперед, не боимся мы ничего. Мы молодцы, да, сейчас самая любимая часть аттракциона. Пойдем вниз. Давай. Опа! Молодец! Джерри пошла. Не падай только. Сама. Молодец, сама. Внимательно, под ноги. Внимательно. А, молодец, какая девочка! Джерри, вы сначала с ней познакомьтесь. Что ж ты на нее сразу нападаешь-то? Ну, смотри. Скажи, я Джерри. Хотя бы у нее узнай, как ее зовут. Я не могу так. Нельзя со мной так. Ты хотя бы с ней познакомься. Что ты сразу ее жрать? Отдай мне ее. Отдай мне ее. Какое-то бедное глазастое существо. Вот это Джерри, который за ней охотится. Облизывается. Хотя в домике лежит другое существо, которое еще тоже очень хорошее. Просто нам лениво его сюда принести, к мамке на диван. А мамка не может встать пока. Поэтому мы мучаем новое существо. Да? Будем мучить новое существо? Все, у тебя там не слишком тесно будет в домике? А? С двумя-то. Но потом верни, слышь?